сами Некромас. И мы это самое играем Эмпириончик. Так, тут мой сад. Я начинаю с изменений. У меня не хватает всего одного растения, то есть специй. Тут у меня, как видите, вот уже больница полностью. А, не, еще не полностью. Я думал, что я имею, оказывается, нет. Так, погодите, сейчас. Ага, нет, не имею. Ну, значит, будет еще. Пока что не хватает всего одной вот медстанции, да? Сад сказал, что одного растения всего не хватает, да? Также вот я уже поставил ремонтку. Так, что тут у нас делается? Патрончик делается, да? Ну, пока мне этих патрончиков хватит, наваляй. По уши. Так. И сегодня мы будем кое-что с вами... Это самое... Уточнять. Потом... А потом будем тусить. Вот, в общем, это мой маленький кораблик. Как видите, он уже опять другой. Но это потому, что у меня случилось такое, можно сказать, как бы несчастье. То есть я почти запорол сейф. Как это случилось? Я полетел в космос. И на меня, в общем, я пробовал там чуток помайнить. Побурить астероид, и на меня напали дестройер с фрегатом. Ну и, конечно же, меня подбили. Это самое, и я нигде не мог возродиться, только возле своего подбитого корабля. Ну и сами понимаете, что дальше играть как бы не имело смысла. Поэтому я сейчас покажу, как бы некоторые, по-моему, немножко заблуждаются. Но я сейчас это место попробую объяснить. Вот, вот здесь, видите, есть такая дискетка. Здесь вы можете сделать так называемую резервную копию. То есть, что это такое? Вы как бы делаете сейв, и если что-то случилось, вы с этого сейва можете опять играть. Но запомните одну вещь, что когда вы выходите из игры, игра автоматически сейвит. То есть, вот вы загрузились какого-то своего файла сейва, да? Игра автоматически, когда вы выходите, будет сейвить туда, а не на вот эту резервную копию, пока вы с нее не загрузитесь. Вот поэтому мы сейчас ее сделаем. У меня почему-то это самое... Во время этого как бы все фризится, и это занимает некоторое время. Но, в общем, вот такое. И вот, смотрите. А, сейчас я не могу. В общем, если нас собьют, увидите. Там будет, появится новый как бы загрузочный файл, да? Следующее, что как бы и я не обратил внимания, и мой братишка, вы знаете, мой друг очень хороший, геймер Ямато, мы как бы ввели некоторых тоже людей немножко в заблуждение насчет буровых лазеров. Вот здесь написано 25, это не левель, это сколько очков надо. А открывается это все на 20 левеле. То есть вот я получу скоро через 2 левеля 20 левель и смогу это открыть. Ну вот, а сегодня планы у нас такие. Мы сейчас полетим в космос, почему я сделал эту резервную копию. И вот эти мал...
И вот этим малым судёнышком попробуем завалить корвет. Потому что он мне очень мешает. Вот как выглядит наше судно. Это, как я говорил, малое судно. И я с ним уже пробовал бодаться, малость его поцарапал. Потому что мне нужен кобальт, а он мне не дает. Блин, ай-яй-яй-яй. Чё я натворил? От же ж.
Надо восстановить щиты. Да, к сожалению, не удалось. Но, как видите, я со своим малым могу устоять против него. В общем, мне тут надо по-крупному патронами запасаться. Ну, в общем, сейчас уходим на базу.
Видите, у меня патронов больше нет. В общем, сами все видели, к сожалению, так у нас получилось. Ну а сейчас мы это самое загрузимся и поедем тусить уже на планете тусу устраивать. Так, это что такое? В общем, мы отправимся утречком с вами. Отправимся брать abandoned mine, то есть брошенную шахту. Так, значит, ставим. Я не знаю, сколько тут этих патронов делать тогда. Там у меня и так делается, в общем. Давайте я каких 2000 их замучу. Только не забудьте, что один патрон как бы тут делается 100. Вот. Так, 4000. А у меня уже сколько там? 8-16. Почти 20 тысяч патронов. Но сами видели, как они уходят, да? Тут еще делается. Ладно, пусть делается. После майна я все-таки, может, отдельным роликом сниму или как. Мы все-таки его добьем, этот корвет, если, конечно, нам после этого вообще вам здесь не будет. А, мы говорили, что мы утром поедем, да? У Некромаса, как всегда, хаос, да? Так вот, потусим немножко там. Вот, переночу. Да-да-да. Так, покушаем. Заберем это. Полное это. Пошли подлечимся. Наберемся лекарств. Во, еще. Урожайчик соберем, да. Так, что тут у нас? Он, мне этот корвет очень мешает, поэтому я решил его. Так, кого они там сбили? Я так думаю, что к нам транспорт прилетел опять. Да, и он в очень хорошем месте утонул. Скажу я вам. Ладно, как видите, у меня полно эпиков. И мне очень вот это, ой, извиняюсь, вот это оружие понравилось. Это типа плазма, как его. Ну, видите, как я знаю.
О, как раз мне этого не хватало. И спасибо. Спасибо, Зиркси. Я вас люблю за это. И, в общем, она стреляет... Это плазменная пушка, но она стреляет лазерными патронами. И она очень мне нравится. Также вот этот автомат. Тоже неплохая вещь. Ну что ж. Сейчас мы заправим аптечечки. О, блин. А это уже нехорошо получилось, да? Я забыл про это. Что тут у меня валяется кое-что. Холодильник один. Принимай товар. Так, теперь это самое. Игрок. Отдавай товар. Так. Так, а это что у нас? Мазь антитоксиновая. Ладно, сейчас мы залезем в холодильник вот этот. Наберемся кучу аптечек. Oh shit. Носорог, где твой? Это самое. Холодильник. Мы тебя все закидаем. Ну, пока что так, да? База. Я базу пока что... О, видите, сколько патронов у меня? Пока что это самое. Не переименовывал. Так. Пойдем тогда. Заодно загрузим... А в этом есть хоть патроны? Погодите. Надо посмотреть. А. 15500. Ну, ему хватит точно. А вот этому надо подгрузить. Так. Так, база. Продакшн. Хе-хе. Black Widow. Боеприпасы, пожалуйста, запаситесь. Это не вам. Ну, еще. А это для базы стан. Так, база. А, базу по-другому заправим. Чек. Патроны. Это самое. Клеер внутри. Так. Рисовать три. Так, боекомплект один. О, тут вообще нет. Вот, держите. Так. Ну что, садимся в танк. Он у нас, кстати, тоже с щитом. Да? Че, горючки нет, что ли? Что за такое? Это наш танчик, да? Видите? Он у нас почти летает. Так, я только сейчас помечу себе, куда мне ехать. Дрон бейс. Погодите. Сейчас мне найти надо. Археологика. Не хочу я археологику. Артефакты. Походу вот здесь. Да, вот здесь. Ставим маршрут. Я вас отрубаю. Я успел. Вот, видите, вот это яйцо, так называемое. Так вот, это мы там, где корп играем, да, кооператив, на пустыне это овощи, кстати. Точнее, мы. Я-то их собирал, а все остальные почему-то их игнорировали.
Вот, видите, это овощ. Ну, а сейчас прокатимся дальше, да? Тут я немножко поигрался с рапторами. Так. Опять вас немножко отключаем. Итак, мы прибыли. Не знаю, может, я чуть-чуть громче сделаю. Либо так сделать, а тут... О! Давайте мы вот так сделаем. Попробуем, посмотрим. Хорошо? Вы не против? Ну чё? Нет, что-то не хватает. Сейчас, минутку. У меня девочки за мало кричат. Вот так сделаем. Да? Ну чё, пошли искать, что тут? Давайте сюда заберемся сначала. Так, тут никого нет. А чё тут у вас? Ого! Слышу приятные звуки. Ой, мама. Я упал. Тут, видите, помогают. Да, озвучивать, да. Давайте сюда залезем, а. Оу. Красотка. О, щит. Не, ну, ты мне нравишься, но не так близко. Lucky Fu. Сейчас, минуточку. Так, дом мой, милый дом, да? И я вернулся, и началось. Ладно, с тебя я собирать ни хрена не буду. Что это за кнопочка? Можно я нажму? А? А тут еще одна есть. Давайте я эту нажму. А тут что, поменялось что-нибудь, нет? Нет, ничего. Ну, пошли. Там дверца есть. Пошли? Пошли. А тут что? Что там внутри? Можно пробить? Нет, нельзя. Ладно, давайте с этой буду бегать. Ой, я что-то вижу. Привет. Иду. Видишь мою рожу? А я твою вижу. А ты стрелять не можешь, да? А я тебя отключил. Бух. Клёво, да? Чё тут у вас так не убрано? Всё заросшее. Фу. Какая гадость. Так, у меня начался концерт, как всегда. Как только я занимаюсь съемкой, начинаются концерты. О, удобрение. Ой, вот это хорошо. Это в космосе пригодится, да? Что тут у вас еще? Не, конструктор мне в данный момент не надо. Так, давайте-ка мы не будем извращаться. Будем закидывать куда надо. Да? И вас туда же. Это самое. Так, только я, по-моему, с собой ядер-то не взял. И конструктора у меня, ясно, нет. Ой. Что за звуки? Кто-то где-то пищал. А у вас тут столовые деревья растут, не знали? Так. Все? Это все было? Я что-то не врубился. Это вся ваша база? А я так надеялся. Но я не думал, конечно, что оно так быстро кончилось. Я думаю, нам... Ладно, лутаться мы сейчас не будем. Будем лутаться только если чего-нибудь
крутого найдем, да? Так, мы заехали сюда, поставили сюда. Зачем буры выдвинул, конечно, неизвестно. Но когда я ехал, я веду какую-то вот эту фигню. Да, правильно. И, о, опять наши любимые стрелочки. Да? Ну, пошли сюда. Смотрите, замаскировано, да? По приколу тут у вас. Как всегда, не вовремя, да? Привет, я ваш друг. А там я видел турель. Она тоже отключена. Ах ты гад. Первый труп. Хе-хе. Да. Однако, не. Хоть и эпический, не понравился мне этот автомат. Какой-то. Так. Давайте тут уже... О, зря я так сделал. Ну да ладно. Тихо, барышня, тихо. Блин, я там показалось или там сзади этот скорпион был грёбаный? Да уйди ты, гадкая такая тварь. Сейчас. Минутку. Извиняемся. Ой. Где тут у вас это? Да блин. Вы тут не это самое. Немножко не охренели, а? Так, бутек. Тек. Ну, привет. Все. Спокоен. Мне вообще на ту сторону надо. Ай, мама. Молчать и не двигаться. Тихо. Так, значит, вот я Ямато хотел научить. Вот так подходишь. Бух. Конечно, не с одного выстрела. Но очень помогает сражаться вот с этими, короче, подлыми штуками. Ну, как всегда, да. Взрываемся, то есть перезаряжаемся не вовремя, да. Заходим. Ищем на свою задницу приключений. Так, туда потом. Привет еще. Спросите, зачем я в них стреляю? Вот как вы увидели, мы получаем по 100 XP за каждую эту штучку. А тут наш танк стоит, кстати. Бах. Оу, щит. Оу, мам. О май гад. Вот это я ложанулся по полной. Уйди, гадкая женщина. Оу, вас тут немало. Труп номер 2. Да. Извиняюсь, я забыл. Типа забыл. Угу. Вообще-то я не знал, что так упасть можно. Это было неожиданно.
Но я упал. Ну-ну. Пошли дальше. Так. Где мы там падали? Вот мы где падали, где-то здесь. Ну, в общем, прикольно, конечно, место. Так, кстати, я забыл сказать еще одну вещь. Это самое. Сейчас. Я не знаю, как всегда, не всегда, но появилась такая странная вещь, что, допустим, скорпионы, жуки, которые стреляют, да? Если вы с дроном подбираете лут, происходит странная вещь, они его атакуют. У меня сегодня днем я играл, такое было. Ну, правда, я лазил в этом, как его, я в реактор лазил не до конца там. Так хотел побегать малость. Но было такое дело, что они приставали. Так, ладно, здесь. Ну, лутаться, думаю, нет смысла сейчас. Да? Мы потом тут посмотрим, проверим, никого нет. И уходим. Да. Тут, кстати, вот если... Ох ты ж, гад! Это, кстати, у нас... Это самое, знаете что? Я нечаянно эпический пистолет включил. Ну, вы ж знаете. Это ж некромас. У него так бывает. Он умеет из простой задачи сделать приключение. Как и мой друг Ямато, да? Так. Ладно, давайте мы тут бегаем так. Очень смело. О, видите, что бы нам было? Еще две турельки. А так бы? Представляете, как бы было весело? Вообще-то не знаю, но вроде говорят, что это самый сложный, типа, вот такой, из этих алиенских. Оу, щит. Привет, девочки. Да, блин, тебе как всегда надо зарядиться. Как меня это бесит, я не могу. Труп номер 3. Не, ну скажите, скажите, пожалуйста, это нормально? Переключаешь оружие, он заряжается вдруг. Ты куда стреляешь, танк? Я тебе разрешения не давал. Обезьянки, не шумим. Или кто вы там такие? Где я там умер? Тут. Чек. Ну, пошли. Я вроде все взял.
Ой. Не ту кнопочку жму, да? Упс. 19 уровень у нас. И вот, помните, мы сюда падали. Тут, кстати, есть всякие такие... Наверное, проходик его, лифт какой-то. Давайте. А может, я ошибаюсь? А, не, вот эти решетки, наверное, не разбиваются. Да, не разбиваются. Так. Как-то я тут никого не вижу, да? Тут у вас тихо так? Неожиданно. Да блин. Не, ну дробовик это, короче. Все. Идите вы с этими дробовиками и это самое. Текущее местоположение. Труп какой-то. Ладно, вы считайте, я больше считать не буду. Я уже забыл, какой там труп. Ну, я ж не такой профи, как геймер Ямато. Другие там спецы у нас есть. Зетенджи, допустим. Я ж такой дядюшка старенький. Это самое. Из меня шутерист никакой. Но зато весело помирать. Да? Вам нравится? Нет? Неужто? Такого не бывает. Так, ладно, засылаем нашего помощника. Кстати, тут вроде бы была такая информация, что можно вроде бы это самое ставить дроном взрывчатку. Скажу так, я пробовал, но у меня почему-то не ставилось. Потому что я так думаю... Не ставилось потому, что он типа должен близко подъехать, и сам дрон как бы занимает это место, куда ты хочешь ставить. Вот, допустим, вот сейчас мы ради эксперимента сделаем. Это все будет показываться, но она не будет ставиться. Сейчас сделаем ради прикола, да? Так, тут никого нету. Дрона вызовем, да? Не вызовем. Он тут не устанавливается, да? Ну вот, смотрите, дрон. Берем вот, допустим, взрывчатку. Так. Вот, подъезжаем. Видите, показывает, что можно. Да? А сейчас смотрите. Видите? Невозможно поместить здесь. Так что это не работает. Так.
Ножки убери. Вот так вот. Это что такое? Я же его убил. Интересненько. Может, там снизу кто? Ну да ладно. Она, видимо, меня придавила. Да? Все, больше не буду. Буду только в носороге возрождаться. Я иду, не кричите, девочки. Я иду. Иду к вам, иду. Не шумите так сильно. Скуби-дуби-ду. Так, погодите. А может, они туда уже пришли? Давайте. Я рисковать не буду, а? Чего, ну-ка? Где? Кто тебе мешает? Ты недоразвитый дрон. Ну вот скажите мне. Что тут есть тебе? Это не издевательство. Ну, конечно же. Ну, пипец. Чего? Короче, что за глюк? Можно узнать, где там тебе чего есть. Ну, вот это вот меня просто страшно бесит. Вот эти такие дебильства с этим дроном. Не могу я это терпеть. Так, ладно. Сейчас нас, походу, опять завалят. Вам на радость. Ну ладно, в эту можно и этим пострелять. Надеюсь. Так, я тут все взял. Надеюсь. Все. Лезем вверх. Понятно, что тут сейчас будет. Да вылезай ты, ёхай. Йоханссон. Настоящий Йоханссон. Эта решеточка не разбивается. Видите? Так, мы сейчас сдохнем. Сейчас. Что тут? Детоксикация. А что там у нас? Кожный паразит. Это, по-моему, это. А это и бинтик. Все. Вылечились, да? Так. Пошли сюда. А сейчас опять скорпиончик вывалится. Нет? Нет? Почему? Да куда ты зацепился? Да, смешно.
Ну-ну. У вас тут трое. Где? Ну, здесь тебя можно увидеть? Ну. Не, ну это даже не смешно, по-моему. Ух ты, как? Как это так? Вы не шутите? Как это неужели? А может, я зря его запустил? Походу, да. А может и нет. Так. А, кстати, смотрите, я и не заметил. Угу. Опять все разряжено. Привет, да? Ну, пошли дальше. Я, походу, 2 часа это буду проходить. Погоди. А, там это было, да? А, их отсюда расстрелять нельзя. Жаль. Я бы с удовольствием. А это что такое? Она типа отбивает, да? Этим своим выпуклостями, да? Я правильно понял? От нее лучи отскачивают, нифига себе. Да, блин, опять. Понятно. Ой. Ничего не жаль, забыли.
Если что, очень сильно на меня не злитесь. Я сегодня только вернулся из Клайпеды. Но и так много дней не снимал, поэтому решил попробовать заснять. Я так, по идее, очень уставший. Но есть как есть. Будем все равно проходить. Пройдем мы этот майн. Я его пройду. Я не сдамся. Так, вызываем эту гадкую тварь. То бишь дрона. Хотя он ни в чем не виноват, конечно. Забираем. Вооружаемся. И пошли. Да, кстати, я не с тяжелой броней бегаю, если что. Ну, это, конечно, не оправдание, но и так, так просто сказал. Чтоб знали. Так. Ага. Еще одна где-то есть, да? Так, а что тут у вас зеленое такое? Потом это все проверим. А сейчас. А-а-а. Это нельзя пробить, да? А это значит можно, да? Так. Ага, понял. Туда я падать не хочу. Мне это очень не нравится. Так, это не то. Это тоже не то. Как мне туда попасть? А? Так, и чё толку, что я сюда залез? Я не врубился. Оу, щит. О, мама. О, куда я попал? Ой, спасите. Помогите. Я с вами не играю. Ой, мама. Оу, щит. Бегу я отсюда. О, я кого-то убил. Ага. Уйдите, гадкие. Эти. Как вас там? За мной гонится целая армия. Вы это видели? О, я вернулся назад. Привет. Ой. А я думал, я спасся. Только как сейчас мой рюкзачок достать, не знаю.
Как вам понравилось? Так, ну тут вроде зачищено все. Если что, да. Угу. Или мы не тут ходили, нет, не тут. Что, запускаем дроны? Да, но все-таки как сюда попасть? Тут он какая-то. О, тут тоже есть контейнер. Сюда точно заберемся. Вот как здесь. А вон же ж как, наверное. А? Наверное, тут можно пробить. Ладно, где там мой рюкзак? А, видели? Скорпиончик убил дрона. Вот про что я вам говорил. Раньше такого не было. Мог бегать с этим дроном сколько хочешь. Ой, блин. Так, погодите. Я упал. Что это такое? А почему тут закрыто сейчас? Да какого хрена? Ай, я тут перепрыгнул, это не то место. Сорян, ребятки, сорян. Я уже сам запутался. Да блин. Мне сюда. Так. Или опять туда же? Нет, не туда же. Так. Не понял, я же здесь умер. А где рюкзак? Или я что-то путаю? Блядь. Ну, начинается, короче, дебильство всякие. Я же здесь вот умер. Зашибись, мой рюкзак фиг знает где. Ну, короче, вот это в этой игре меня немножко раздражает. Такие вот всякие дебильства. Или я все-таки не там? Погодите, я уже запутался. Нет, я же на пушку залез. Да? Или нет? Короче.
Просрал всю эпику. Вон, падла сидит. Ну, спасибо, игра, за очередной, так сказать, сюрприз. Или все-таки я ошибаюсь? Нет, ну вон 40 метров. 20 метров. Погодите. А, нет. Все-таки я ошибся. Извиняюсь, игра. А как ты тут оказался? Что ты тут вообще делаешь? Я тут вообще был? Возле такого лифта? Что-то я такого не помню. Ну да ладно. Не плевать. Слава богу, все хорошо кончилось, да? Может, у меня стресс был? Сейчас, погодите. Перекинем все, что не надо. Так, это ну не надо, это не надо, это не надо. Это точно не надо, это тоже не надо. Бронь, ой, патрончики поставь. Это можем перекинуть, это. Так. Ну чё, пошли дальше. Чё, радиация? А у меня радиационной мази нет. Ну, будем терпеть. Да? Так. Вас, господа, пришельцы. Они тебя с двух ударов, ты полчаса стреляешь. Кстати, я заметил одну странную вещь. Как-то иногда проходится по одному, иногда проходится по другому. Как-то вот так интересно очень. Потому что бывает невозможно просто, а бывает, что идешь и легко очень. Хотя сложность все время та же. Ну, я говорил, я никогда не хвастался, что я какой-то там офигенный шутерист, да? Запускаем нашего любимого дрончика. Ой, извиняемся. Да блин. Я думаю, вы видели? Что за наглость?
Так, ну пошли. У меня уже, походу, вся броня. Это самое. Раздроблено. Так. Да ну нафиг. Да-да. Знаю, знаю. Ну, правильно, как же по-другому? По-другому нельзя, надо ножку сломать. Да? Вы согласны? Или нет? Обломись. Я из этого сюда полез. Так, а это что такое? Давайте мы тут сейчас прикольнемся. Тут не прошибается. А чё, эти баки никого не убили? И как мне интересно. Вот тебе гадкая-то такая. Thank you.
руки Бена. Так. Ни хрена себе. Тут вообще охренели с ним. Чего? Да, через стены бьют. Ну-ну. Весело. Дубль номер 150 там какой-то, да? О, правильно, как всегда. Дрончик, лети. Пошли. Я таким оружием не привык воевать. Я люблю плазму или гранатомет. Остальное мне не подходит. Понимаете? Да блин, откуда ты вылезла, падла такая? Наконец-то сдохла. О, а вот здесь можно пройти. Здесь тоже что-то есть. Еще один эпический пистолет. Да нахрен они мне нужны. А тут что? А. Тут эти. Вылазит. А, тут так. Декорации, так сказать.
Ну вот как там открутить? Ну это потом уже, значит, когда ядро свое поставишь. Так, думаю, нам в эту дыру. Да? А что у вас тут такое зеленое? Ну, как всегда, да. Чё ты меня бьёшь? Я уже умер давно. Гадость такая. Настоящая мерзость. Блин, что я опять нечаянно нажал. Извиняюсь. Ну чё, очередной дубль. Пошли дальше. Я думаю, мы сейчас кого-то встретим. А, надо подзарядиться. Двадцатый уровень. Круто. Да как он нас так убивает? Не понимаю. Откуда она вообще взялась? Вот иногда бывают такие провальные проходы, да? Но, как говорится, не может же всегда все гладко быть. Да? Может, я и не прав. Пишите, если вам такое неинтересно. Не буду больше снимать. Ну, конечно. Как же по-другому? Это наше любимое занятие с этим, с моим другом. Извиняюсь, что так говорю с этим. С моим другом геймер Ямато. Мы очень любим ножки ломать. Просто обожаем. Куда-нибудь падать и ломать ножки. Ну, вы же знаете, на каком вы канале. Мы такое умеем. Да? Но я все равно пройду. А, я забыл ножку получить. Я все равно тебя пройду, падла ты такая. И, конечно, это очень было сейчас умно. Лезть. Давайте-ка пойдем с автоматом попробуем. Ну вот и где она сейчас?
Куда она пропала, вот скажите мне. Вот она. Ну, я не знаю. Сами все видели. Ты в него стреляешь, он не дохнет. Ты с одного удара дохнешь. Ладно, ладно. Все равно я не сдамся. Ни за что. Я почему-то думаю, что там, где зеленое, там ядро. Не знаю почему. Это странно, так зеленым светится. Вот мне так кажется. Не знаю почему. Ух ты, я ногу не сломал. Это что-то будет сейчас. Представляете, что случилось? Я ногу не сломал. Да такого быть не может. Тихо, 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 успокойся. Так, ты уже здесь, да? А я взял и обкакайся. Нехороший ты такой. Ну чё, пошли. Сдох, все. Успокоились, да? Так. Чё они тут так разорались? Так, за нами кто-то бежит. Оу, щит. Смотрите, я угадал. Оу, щит. Ох, май гад. А вот сейчас как? Ну, так-то. В сторону. И куда они пропали? Можно узнать? Это тут у вас интересно все. Так, давайте врубимся. Ничего не делается.
Давайте отрубим сейчас. Не понял. Брехня какая-то. И чё? Ну, какой-то опять тупизм. Как всегда, да? Погодите. Может, тут какую-то комбинацию надо сделать? Так. Потом так. Потом так. Вау. Это что сейчас было? Типа ядро взорвали? Ни хрена себе. Вот что значит, когда человек это самое. Мазафака. Ой, извиняюсь. Упс. Ну, сейчас мы с вами разберемся. По-другому. Да? А. Вообще-то не очень. Да ладно. Ну, базу-то мы прошли, как видите. Не прошло и полгода, да? По идее. Да как ты меня задолбал с этими ножками своими. Да знаю, что я ногу сломал. Не надо мне об этом кричать. Там танчик отрабатывает свое. Ух ты. А вот что тебе мешает? Вот скажи. Да, ну вот видите сами. Что это за дебильство такое? Так. Вот тут куча этих. Ай, погоди. О, сколько тут этих. Контейнеров. Да? Ладно, ладно. Так, где ты там? Господин начальник. А тут, значит, тебе ничто не мешает, да? Вот там мешает, а тут нет. Ой, мама. Не туда попал. Извиняюсь. Походу я уже вообще заблудился. Вон у нас тут сколько.
Я вас понял. Мы встретимся у лифта с вами. Так, опять, как всегда, да. Ну почему я думаю, что тут что-то есть? Вот облом, да? А тут ничего и нет. Но я почему-то был уверен. Или я взрывом взорвал. Или я уже запутался, где тут что. Так, а тут что? Опа. Вау, вот это халюси весь. И то есть тяжелая броня. И то очень хороший весь. Ну что ж. Думаю, вам это все лутание уже не будет интересно. Я уже закончу чистку, наверное, за кадром. Даже не знаю. Чтобы этот видео не был 5 километров длиной. Так. Крошка, крошка, а ты где? Крошка, крошка, прием. Ой-ой-ой. Что ж. Я опять не то взял. Да? Так, продолжаем. Угу. Ух ты. Ну это не надо.
Так. Ну что ж. Да, уже экспириенсы не дают, да. Это уже это самое. Ладно. Ну, сейчас опять пауза. Продолжаем. А чё там застрял, а? То убивает, то не убивает. Вот как понять? Вот скажите, что это за космос такой? А, мы тут все забрали. Да? Вроде бы. Что, все уже? Всех убили? Типа, да? Ну, я говорил, что я пройду. Говорил. Ладно, это все барахло, я потом соберу. Так. Ой. Ну, почему-то вот тут. Опа. А я угадал. Еще один пистолет, да дайте. Нахрен мне эти ваши пистолеты. Не нужны. Прикольно, вот машинка сделана, да? Колеса такие. А. Тут
Может, что хорошо есть. Таблетка от несварения. Тут ничего нет. Ну что ж, на этой веселой нотке я, наверное, с вами уже и попрощаюсь. Это все мне надо будет за кадром собрать. Да? Так, бур у меня есть. Кстати, я вам могу рассказать еще очень интересную такую как будто историю. Я сейчас за кадром туда съезжу, покажу. У меня было очень веселое приключение такое. В общем, я тоже разбирал базу, да. И так получилось, что я там... Ну, вы увидите все, сейчас, погодите. Ой, это у нас бур. В общем, это самое. О, мы еще и пристыковались. И это самое. Я выкапывался из той базы. Ну, из базы, в общем, увидите. Так, сейчас, погодите. Я вас только отключу за кадром, хорошо? Так, это не то. Сейчас. Археологист. Здесь, кажется. Нет, это реактор. А, вот здесь. Так, где там? Вон, бандон, дрон бейс. Ладно, сейчас я вас отключу, съезжу, покажу все. Итак, вот, смотрите. Как помните, я говорил, что на 20 уровне открываются эти буровые. Вот, видите? У меня 20 уровень, и я могу... уже их открыть. Вот мы немножко там ошиблись. Надеюсь, не будете на нас за это злиться. Так, подождите, малое судно. А, это такой же, как на парящей станции, да? Выходит, сейчас. В общем, попробуем отправиться. Чуток покопать, мне нужен кобальт. Ну, конечно же. Как же по-другому? Надо же ножку сломать. Да? Обязательно. На какого хрена ты не прыгаешь, а? Типа ножка болит, да. Здесь ножку лечит. Здесь. О, как у нас красиво. Ну, я, видите ли, живу один. Мне всего хватает, да. Я большого слишком сада не делаю. Мне и так эту жрачку некуда девать. Так.
Сейчас, значит, мы попробуем скрафтить эти буровые лазеры. Да. Если у меня, конечно, будет для них это самое. Так. Ладно, с тебя хватит этих патронов уже. Все, хватит. Так, буровой лазер для малого судна. Ой, я не там смотрю, извиняюсь. Я вообще их могу сделать. Ух ты. Неужто могу? Давайте два сделаем. И все. Нам хватит для начала. И нам нужно что сделать? Так. Боеприпас. Это не то. Вот такое. Надо сделать. Такую вещь. Так. А откуда у нас это все появилось? Я не мог этого делать, почему-то сейчас могу. Хорошо, делай. Видимо, я где-то нашел нужные эти элементы. Так, этих сделаем тоже тогда. Мы сейчас пойдем. Так. F4. Где там наш мусорок? Где там наш плеер? Так, так, так. Ну что, давайте переодеваться тогда уж. Так, это с ним не помнить. Эвку вынимаем. Ит. Не то делаю, извиняюсь. Делаем так. Делаем раз, делаем два, да? Пока что так. Так, о, радиацию надо помыться. Покекать надо. Пошли покекаем. С Wi-Fi пообщались. Сейчас пойдем помоемся. Да-да. Ну, чё застыл? Давай. Люди ждут. Ну, чтобы вам не было скучно, отключу, пока сделается. Вот, здесь была Abandon Drone база. Видите, какая ее величина. И вот какое приключение случилось. Когда я ее разобрал, я выкапывался из нее. И смотрите, куда я выкопался. Я выкопался под воду. Вот сюда вот. Видите, вода как застывшая тут. Вот такой прикол был. Ну, а сейчас мы еще одно испытание с вами проведем. Мы отправимся еще раз в космос. Я поставил эти буровые лазеры. В общем, мне срочно очень нужен этот кобальт и тому подобное, поэтому я решил слетать в космос. Возможно, мы сразимся с этой корветкой, если она будет приставать еще. Ну, а если нет, то просто покопаем немножко. А, она все еще тучляется. Ну, поехали к ней.
Сейчас можно не бояться, потому что у нас, как видите, 125 тысяч этих патронов. Так что... Правда, я не знаю, куда ей стрелять. Так у нее попасть без шансов вообще. Ладно, все-таки, кажется, я ее как бы могу взять, но не совсем. Тем более, что вон кто-то прилетает. Видите, 3 километра. В общем, уходим. Потому что я думаю, там этот дестройер подваливает. Ай, нет, дрон. Ну, с дроном-то мы разделаемся. В общем, видели, мне не хватает оружия пока что. Куда дрон делся? Плазма.
Так. Ну вот, сейчас будем копать. Только если честно, то я не понимаю, где он копает. Что это за дебильство? Не понял. Я же поставил. Что это такое? Вообще не копает. Что это такое? Устройство. Ай, может, потому что не сгруппировано. Поэтому. Так, где-то сборщик. Ну вот. А. Посмотрите, какое-то дебильство. Как это понять? О! Чё, так копать с ним? И вот, видите, копает он. К примеру, почти так же, как я бы буром копал своим. А можете нет. Так, проверочка. Нам никто не идет. Там какой-нибудь дестройер. Эй, ты куда? Так, это так и летает. Видите, насколько близко надо подлететь. Ну, я просто хотел показать, чтобы люди познакомились, что такое вот на малом судне. Ну а сейчас уходим домой. Да не хочется мне как-то. Ну и сколько мы накопали, сейчас посмотрим. 300 руды, 28 этого. И смотрите, сколько копали времени. Ну, сейчас уже, конечно, все равно мне лучше, потому что я смогу этим... Я на него уже, кстати, и варп поставил. Я смогу варповаться, искать недалеко где-то... в свободных, так сказать, от зирексов местах эти самые искать ресурсики. Ну а сейчас отправимся на базу, и на этом наше приключение закончится.
Ну, вот такая у нас была сегодня серия. С вами был Микримес. Мы играли Imperion Galactic Survival. Вам всем удачки, здоровечка. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.